прошлом году Алтайский край попал в федеральный пилотный проект под названием «Межведомственное взаимодействие в первичном звене здравоохранения». Его основная задача – улучшить качество жизни пожилых людей. А вот что конкретно для этого делается и насколько удачно этот проект реализуется, узнаем прямо сейчас. У нас в гостях Мария Степанова, заведующая поликлиникой Первомайской ЦРБ, и Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам Российского геронтологического научно-клинического центра. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Рада видеть в нашей студии. А прежде расскажите, что это за такой проект интересный и достаточно сложным названием? Ну, на самом деле, за сложным названием кроется очень простая цель. С одной стороны, реализуя федеральный проект «Старшее поколение», мы столкнулись с тем, что о враче-гериатре, да и о гериатрии вообще, как о науке, как о медицинской специальности, знает очень мало людей. С другой стороны, у нас есть еще одна задача федерального проекта «Старшее поколение» – это формирование системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которые нуждаются в постороннем участии. Когда мы к нему готовились, мы поняли, что в смысле нормативно-правовой базы у нас все в порядке. А вот достаточное количество терапевтов, достаточное количество гериатров – это задача, которую должен был реализовать наш проект. С этой целью мы обратились в регионы Российской Федерации, получили совершенно фантастический отклик от Алтайского края. И, собственно, здесь стартовал проект, в котором мы рассказываем о тайнах гериатрии врачам первичного звена, врачам-терапевтам. Врачи-терапевты, взяв под свое крыло молодых специалистов, пришедших к ним из института, рассказывают об этом и обучают этому молодых специалистов. И все вместе мы как раз и формируем вот эту систему помощи пожилому человеку. Ну, собственно, вот она вся основная задача проекта. Ну, Алтайский край, да, вы выбрали не только потому, что у нас, возможно, что-то неладно в этой системе. Наоборот. Мы выбрали его как раз потому, что у вас есть и желание, и возможности, и способности все это воплотить. Именно поэтому мы приехали к вам, именно поэтому мы приехали к доктору Степановой в ее поликлинику, выбрали ее наставника, выбрали ее молодых специалистов и работаем с ними уже на протяжении года. Расскажите, как проходит реализация проекта? Ну, наставник у нас действительно есть, у нас есть молодые специалисты, которым он помогает всячески, да, то есть в их нелегком труде, ежедневном нелегком труде, да, и учит их непосредственно уже, помимо всего лечебного процесса, курирует, как общаться с людьми пожилого возраста, то есть это тоже очень важно. То есть как мы взаимодействуем и наставник, и молодые специалисты в рамках системы долговременного ухода. То есть взаимодействуем с социальной защитой, с комплексным центром нашего Алтайского края, да, непосредственно с нашим Первомайским районом. Мы подготавливаем, скажем так, людей, да, которые требуют этого ухода. У нас занимаются этими врачи, терапевты, фельдшера на ФАПах, даже врачи общей практики. То есть они готовят людей, которые непосредственно нуждаются в уходе. Лица старше 65 лет, которые маломобильные, скажем так, из отдаленных сел. Комплексный центр помогает там их доставлять в поликлинику для прохождения и диспансеризации, и профосмотров, и углубленной диспансеризации сейчас в условиях ковида. А вот этот наставник, он из числа наших врачей или приглашенный эксперт? Нет, мы сознательно пошли на то, чтобы наставник был как раз в медицинском учреждении Алтайского края. И помимо Первомайской больницы есть еще и поликлиника в самом городе Барнауле. Вся задача была как раз в том, чтобы с помощью этого, сделать этого человека нашим посланцем от гериатрии, нашим послом от гериатрии в первичном звене здравоохранения Алтайского края. Его мы учим основам гериатрии, его мы учим всем тем лайфхакам, всем тем преимуществам, которые дает знание особенностей физиологии, ментальности пожилого человека. А он эти знания транслирует молодым специалистам. Ну вот давайте с вами подумаем, кто в первую очередь ходит у нас в поликлиники? Мы, люди относительно молодые, в крайнем случае, за какой-нибудь справкой. А бабушки и дедушки там практически живут. Почему тогда вот этот самый специалист, гериатр, да, так называется, столь уникален? Ну, на самом деле он, наверное, не уникален, он востребован. Востребован? Но вот у нас в поликлиниках он есть? Он у вас в поликлиниках появился и
размножается. Так. Ну, понятно, что, возвращаясь на федеральный уровень, возвращаясь на уровень там, взгляда с высоты всей страны, важно отметить, что гериатрия в настоящий момент переживает, по сути, свое очередное рождение. С тех пор, как в 2014 году вышло поручение Владимира Владимировича Путина о разработке стратегии действий в отношении пожилых, в 2016 году была принята эта стратегия, в 2016 же году был утвержден порядок оказания медицинской помощи по профилю гериатрия, в 2019 году был утвержден профессиональный стандарт врач-гериатр, и в этом огромное спасибо Министерству труда и социальной защиты. Мы, по сути, молодая старая специальность. Сейчас, вот в течение первых двух лет реализации проекта, мы основной упор делали на быструю переподготовку врачей-терапевтов и врачей-педиатров. Да, так написано в порядке. Врачом-гериатром может быть либо врач-терапевт, либо врач-педиатр в прошлом. То сейчас мы переходим уже на плановую такую углубленную подготовку врачей-гериатров через ординатуру, через набор этих пациентов. Через набор молодых специалистов в ординатуру и подготовки по профилю гериатрия. Насколько охотно ваши уже опытные врачи, специалисты, ну, так сказать, переучиваются или немножко примеряют на себя другую роль, потому что вот как терапевт... Вдруг становится гериатором? Да. Это очень легко. В принципе, мы врач-терапевт, он каждодневно выполняет частично функцию, да, врача-гериатра, потому что большинство пациентов, скажем так, преклонного возраста, да, пожилого возраста. А я объясню, в чем проблема. Проблема заключается в том, что так организована наша система здравоохранения, что точка входа для любого пациента в эту систему, их все, на самом деле, глобально три точки входа. Первая печальная, когда случилась какая-то беда и вызывается скорая помощь. Вторая точка входа – это профосмотр и диспансеризация. Если что-то выявляется, пациент попадает под диспансерное наблюдение и лечение. И третья точка входа – это когда я пришел в кабинет врача-терапевта-участкового попросить о чем-то. Именно в этот момент пациенту старше 60 лет, 60 лет и старше, дается небольшой опросник, возраст не помеха, там всего 7 вопросов, в зависимости от того, как он ответил на эти вопросы, сколько «да», сколько «нет». Точнее, даже так, сколько «да». Зависит его дальнейшая маршрутизация уже внутри медицинской структуры. Если он не набрал никаких положительных баллов, да, то есть и на все вопросы он ответил нет, значит, он относительно здоров, риска развития старческой астении у него нет, и мы продолжаем его наблюдать в рамках вот общих медицинских правил. Если у него от 1 до 3 баллов, то тут уже рекомендуется консультация врача-гериатра, но в дальнейшем этого пациента все равно ведет врач-терапевт в основном. Врач-гериатр только дает какие-то нюансы в этой оценке. А вот если 3 и более, когда очень высока вероятность синдрома старческой астении, этим пациентом начинает заниматься гериатр, и он уже проводит комплексную гериатрическую оценку, которая занимает около 60 минут, поскольку разбирается и вопросы медицинского анамнеза, да, и физического статуса, и физического функционирования, и когнитивный статус. И что самое главное, то, что отличает работу врача-гериатра, это и социальный статус пациента, то есть его окружение, его быт, его роль в этом быту, что он может, чего он не может, какие у него есть дефициты. Все это и учитывает врач-гериатр, формируя индивидуальный план наблюдения. То есть, по большому счету, такой специалист должен быть в каждой взрослой поликлинике? Я бы здесь поспорил. Такой специалист, может быть, должен быть не в каждой взрослой поликлинике, но он должен быть доступен всем нашим пожилым пациентам при необходимости. Вот вы знаете, не так давно мы делали сюжет о том, что одна пожилая женщина, обратились к нам ее соседи, не может дождаться врача на дом, потому что она медленно ходит, проблемы, и плохо слышит. Врач-то приходит, позвонил в дверь, постоял там положенные 15 минут, развернулся и ушел. И вот такая проблема. Кто должен был этому врачу сообщить, что у женщины проблемы со слухом, она медленно ходит, стойте до последнего? Соответственно, получается, не сработали здесь, возможно, социальные структуры. Ну, на самом деле, невозможно однозначно обвинить в этом там органы опеки и попечительства, или там органы соцзащиты, или врача. Да, действительно, такой пациент существует, и, насколько я помню, по крайней мере, как мне рассказывали о работе врача-терапевта участкового, свой участок он должен знать, и тяжелых пациентов должен помнить в лицо, мало того, они у него идут по индивидуальному плану наблюдения. Соответственно, если есть такой пациент с ограничениями жизнедеятельности, то, как правило, врачи-терапевты о нем знают.
Вот. Но, с другой стороны, мне очень тяжело винить коллегу, который пришел на вызов, позвонил в дверь, честно подождал 15 минут, не получив никакого отклика. В этой ситуации, если у пациента есть родственники, если, вместе с если функцию помощи пациенту осуществляет социальный работник, было бы просто целесообразно наладить обмен информацией между... Это же очень важно в рамках этого проекта, который это сейчас реализуется. Ключевой узел этого проекта, как раз вот этот обмен информацией. Как у вас эта работа ведется? Давайте, передадим слово. У нас налажен обмен информацией, то есть как бы таких людей выявляем и мы, как медицинские работники, да, приходя на дом, так и соцзащита, да, то есть когда им сигнализируют, например, просто люди о том, что существует такой человек, они выезжают туда и оказывают помощь. И точно так же участковый терапевт, если он выявляет, что данному человеку нужна помощь соцработника при согласии, опять же, пациента, что если он согласен на соцработника, мы передаем им информацию данную, и там они начинают уже тесно взаимодействовать. Также обмен информацией у нас идет по медицинскому наблюдению для данного пациента. Опять же, если пациент согласен на предоставление информации, то врач очень подробно излагает, как нужно ухаживать за данным пациентом, то есть дает полностью медицинское заключение для соцработника. То есть начиная с того, сколько раз данному человеку нужно измерить артериальное давление, когда он должен посетить врача, какие таблетки он должен принимать для того, чтобы соцработник мог это контролировать. Mm-hmm. То есть и такой обмен информацией у нас, скажем так, как с одной, так и с другой стороны mm-hmm. протекает. А какие еще территории участвуют в проекте? Вот их 10, да? Да, в этом проекте участвуют 10 регионов Российской Федерации. Это Воронежская область, Костромская область, Волгоградская область, Алтайский край, Кемерово, Новосибирск, Бурятия, Кировская область. Так, кого же я забыл-то? Где же мы еще-то были? Тамбовская область и Республика Башкортостан. 10 субъектов. Когда проект перестанет быть пилотным, достаточно ли 10 субъектов? Ну, давайте так. 10 субъектов нам нужны для того, чтобы показать, что подобного рода система работает, и работает она эффективно. Это раз. Любой пилот, который реализуется рядом или в рамках федерального проекта «Старшее поколение», он закончится в 2024 году, когда мы должны будем отчитаться, во-первых, о реализации региональных программ по активному долголетию, а во-вторых, когда мы будем отчитываться о том, что внедрена система долговременного ухода. Угу. Вот, соответственно, вот в 2024 году это все перестанет быть пилотами. Угу. Вы уже заметили положительные результаты? Вот, в общем, как бы целый год уже можно о чем-то говорить. Ну, да, конечно. Ну, кроме того, что взаимодействие с социальными работниками налажено. Да, ну, налажено пациенты взаимодействие. Пациенты как-то отреагировали? Пациенты отреагировали, конечно, положительно. Очень много положительных отзывов, потому что они осмотрены, а у них проведена диспансеризация, то есть на выявление каких-либо заболеваний и, ну, как бы так далее. То есть и по наставничеству тоже очень замечательный проект, потому что молодые специалисты порой где-то стесняются подойти, да, а здесь у них есть наставник, к которому они всегда могут обратиться для решения всех проблем, как бы, которые на местах при работе возникают. Поэтому и с пациентами общение, так скажем, налажено более и у молодых специалистов тоже. Ну, будем надеяться, что подобная практика как-то распространится и на все другие поликлиники нашего региона. Ну, я думаю, что у нас просто другого выхода нет. Мы поделились своими знаниями, да, эти знания оказались востребованы и приняты нашими коллегами в Алтайском крае, и я надеюсь, что действительно они будут распространены, потому что хорошо, потому что в данной ситуации получается уникально, мы друг другу постоянно помогаем. Наставник помогает молодому специалисту, молодой специалист помогает пациенту. Медики помогают социальным работникам. Социальные работники, наблюдая пациента ежедневно или там в соответствии с графиком. Вот кажется, что вот эта схема работы должна была уже быть. Ну, видимо, вот стоит повторить. Да. Все новое – это хорошо забытое старое, и мы к этому возвращаемся просто на новом технологическом витке. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо огромное. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях была Мария Степанова, заведующая поликлиникой Первомайской ЦРБ, и Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию федеральным проектам Российского геронтологического научно-клинического центра.